Всем привет, друзья! Сегодня у нас необычный Майнкрафт, и я уверен, он вам обязательно понравится. Если у вас возник вопрос, что это вообще такое, то я, пожалуй, сразу на него отвечу. Это сервера ХКС, и ссылку вы, конечно же, найдете в описании. Вы уже успели понять, что это DayZ. DayZ в Майнкрафте — это, по-моему, капец как классно. Не будем затягивать начало, просто следуем рекомендациям и заходим на первый сервер. Ребята, вы даже не представляете себе, как я обожаю DayZ. И как неудивительно, та самая карта из DayZ. Ребята, я в DayZ не играл, по-моему, года 2 или 3. Хотя, как я уже сказал, эта игра мне очень нравится, но там было просто кучу багов, и я хочу побыстрее заспавниться, не знаю даже где. Посёлок Березина, это что-то знакомое и... Ой-ой-ой-ой-ой, нож, оружие, давайте посмотрим поподробнее. Как же классно, с самого начала нам дают оружие, и не только тупой нож, но еще и пистолет, да еще и патроны. В обычной игре такого точно не было, и давайте начнем лутаться, первый сундук и... А, серьезно, оружие? Да вы чё, угораете, что ли? Я не знаю, что это такое, но это оружие, и еще и патроны к нему, и это... Костер? А, ладно, я, пожалуй, его заберу. Сразу два сундука и фляжка с водой, ничего себе! Если кто-то из вас не знаком с игрой DayZ, то я, пожалуй, вам объясню, и вы это тоже слышите, да? Очень страшные звуки зомби, блин, и они где-то совсем рядом, но я нашел монетку, и, похоже, за эти монетки можно что-то покупать, но я не уверен. На этом сервере я новичок, и вы, конечно же, просто обязаны написать, что я нуб, но стрелять я уже научился, ребят. Да. Кстати, зомби иногда что-то падает, но мне сейчас совершенно не повезло. И сундучок, но... Подожди, а как до тебя добраться? Я знаю, на этом сервере есть паркур и зомби. Вот ты мне сейчас вообще тут не нужен. Давайте попробуем до туда добраться и... Зомби, тихо, спокойно. Раз, два, три и... Ребята, я не умею прыгать. Ну серьезно, еще и урон себе нанес. И пошел в задницу. И кто-то еще пошел в задницу. Да-да-да, я тебя тоже вижу. Для тебя у меня тоже патроны есть. Ребята, мы должны туда залезть. Мы просто обязаны это сделать. Специально для таких тупых, как я, у меня есть подсказка. Залезть W плюс пробел. Ну-ка попробуем. Ой-ой-ой, мне получилось. И тут ранец. Да ладно, ранец. Боже мой, где создатели этого мода на DayZ? Дайте я им, пожалуйста, пожму руки, потому что я спрыгнул с первого этажа и сломал себе ноги. Прям как в настоящей игре. И еще у меня закончились патроны, но из следующего зомби выпала еда. Это уже намного лучше. Итак, что мы имеем? Я на сервере играю буквально 5 секунд, я сломал себе ноги, у меня кровоточение и... Как бы ранки я замотал, но что делать с ногами? Ходить я могу, но, по-моему, это нельзя назвать ходьбой. Это, скорее всего... Ну, блин, я ползу, наверное. Зомби, здрасте, опять выпадает еда. Это очень прикольно, потому что... Ой, зажигалка. Ой, костер. Ой, а давайте попробуем костер развести. Ух ты, ничего себе. Ух ты, ничего себе. Есть костер. А зажечь, возьми зажигалку в руки, она у меня есть. Вот зажигалка и нажимаю. Ой-ой-ой, да ладно, все горит. Насколько я знаю, именно на этом сервере мне костер нафиг не нужен, потому что тут нет, по-моему, температуры. Это такой лайтовый режим, и поэтому просто идем дальше. Вернее, ковыляем. И ребята в комментариях, подскажите мне, пожалуйста, как мне починить мои ноги. Я уверен, вы играли на этом сервере и все о нем знаете. Даже больше, чем я, и в обычной игре. Ой. Здрасте, у вас... Ой, у вас есть патроны, это классно. И помимо патронов у вас есть шлем. Ух ты, ничего себе, как это классно выглядит. Так вот, в обычном DayZ надо было скрафтить какой-то жгут из палок и тряпок, но... Так ли это здесь, я понятия не имею. Серьезно, это... серьезно, это бинокль? Конечно, классно, но... Ой-ой-ой, зомбачок. Главное сейчас в таком состоянии не встретить врагов, потому что от зомбачков я, в принципе, могу отбиться, а вот от настоящих людей вряд ли. Я нашел еще один бинт, и подождите, до того, как я его заюзал... У меня ноги сами залечились. Вы угораете, что ли? И теперь я могу нормально бегать. Это очень странно, а зомбачки-то тут быстрее, чем я, бегают. Вы что, угораете, что ли? Я, конечно, от вас отбился, но подождите, какого фига у меня сами по себе залечились ноги? Это что за волшебство такое? У вас, наверное, возникнет вопрос. Дима, что с тобой произошло и почему ты умер?
а я на него не смогу ответить, потому что я понятия не имею, что сейчас произошло. У меня было фулл хп и... Очень много людей у этого собора, очень много. Хорошо, что еще целых 30 секунд меня никто не сможет трогать. И да, братишка, привет, я хочу с тобой обменяться, но как бы... Нельзя пока что. То ли из-за того, что у меня PvP отключено, то ли вообще фиг знает о чем, но чё ты такой довольный, рад меня видеть, да? Вот ты, конечно, пушку зря достал, как бы, чувак, я тебе доверял, а ты так со мной поступил. Эх, братишка, я-то думал, мы с тобой друзья, а ты так подло поступил, дождался, пока у меня закончится время неуязвимости и попытался меня застрелить. Вы это слышали? Это кнопка перезарядки. И как тут тихо ходить? Я хочу тихо, аккуратно, шепотом подобраться к противнику. Сами мы тоже перезаряжаемся, и я уверен, он где-то... Здесь. Ух ты, какой у меня большой рюкзак, вы только посмотрите. Тихо, я его слышу, он где-то, блин, здесь. Он либо наверху, либо позади меня. И тут есть какая-то дверь, которая почему-то не открывается. Чё за фигня? Окей, и так ты пошел нафиг, и... А где враг-то? Я точно его слышал, мне не показалось, и вы тоже его слышали. Так в чем проблема-то? Хотел сделать вид от второго лица, и посмотрите, что я тут нашел. Тут, блин, офигеть, как много всего. И тихо, это по мне. Ой-о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 й
это чё за сервер, боже мой, сколько тут людей? Мне просто очень-очень повезло, нашел парнишу, которого только что убили, и, конечно, все вещи я у него забираю. А по мне не надо стрелять, у меня неуязвимость. Теперь забрали все у парниши, и можно сваливать отсюда, это какой-то просто огромный город, здесь очень много людей, и мне здесь, если честно, вообще некомфортно. Я хочу отсюда как можно быстрее свалить, и мне не важно куда, главное, чтобы это было место, где меня никто не трогал, и здесь я вроде как, может быть, в безопасности. Патроны, взрывчатка, дома, броня, самолеты, вертолеты, чего? Боже мой, неужели это все реально есть в игре? Если честно, верится капец как с трудом. И ребята, кто шарит, объясните, пожалуйста, это реально на этом сервере есть вертолеты? Если это так, то в следующей серии, а я уверен, она будет, мы обязательно должны полетать на этом вертолете, мне не важно какой ценой. Кстати, тут есть много серверов и, как я понимаю, много режимов, и, ребятки, вот смотря на DayZ, я думаю, остальные режимы здесь тоже очень-очень классные, и зомбяшка пошел в задницу, спасибо. Очередной сундук и дубовые ступеньки, и я что ли тут могу строиться, то есть я могу взять дубовые ступеньки и поставить их? Нет, не все так просто. Ну вы поняли, короче, да? Что это было? Я просто отказываюсь верить в то, что я только что увидел, и это самодельные штанишки. Угу. Это, черт возьми, был самый настоящий вертолет. И какого фига, вы че угораете, что ли? Я хочу, я очень сильно хочу его. Ой-ой, тихо, смотрите, смотрите, там кто-то с кем-то дерется, и давайте поможем ему. Точнее, поможем сдохнуть, он забежал в это здание, начинаем, господи, ой. А так быстро убивается, что ли, все? Как жалко, но ничего интересного у тебя, братишка, не было, кроме сундука или рюкзака, или как правильно это называется. Короче, у меня кровотечение, и хорошо то, что у этого парниши были бинты. Да, это бинты называются. Так, иди опять ко мне, у тебя был ранец, и он сам надевается, да? Отлично, зажигалка, патроны не нужны. Я не перестаю удивляться, на этом сервере играет, по-моему, больше 100 человек, и я так легко, абсолютно без лагов, сейчас убил чувака. И опять какой-то блок дубовых досок. По-моему, здесь что-то можно строить, но, ребята, кто-нибудь объясните мне, пожалуйста, как это делать? Еще и стекло нашел, еще и планшет, еще и... патроны, блин, классно. Есть верстачок, и получается, из этого мы можем скрафтить себе дубовые доски. Это, конечно, классно, и... Но я все равно не понимаю, что мы дальше сможем сделать. Я знаю, тут есть палатки, но это совершенно не то. Патронов-то нету. Тихо, тихо, не подходи ко мне, лучше не подходи. На раз, два, три, выбегаем. Раз, два, три, и пух. И, господи, а что перезарядка? Иди ко мне, зомби. Да ладно. А, нет, я подумал, он сдох. Ребята, у меня было просто куча патронов, но все они закончились. И сейчас самое главное, это как-то...
Блин, отрегениться, но у меня ничего нету. Я покушал, и серость в глазах прошла, но у меня нету больше патронов, ребят. А там стоит чувак, который хочет меня убить. Ребята, без вашей помощи я тут точно не справлюсь. И вы представляете, как было бы классно... Он со мной сейчас говорил? Ой-ой-ой, как это было громко, и как это было вообще нифига непонятно. Тихо, не перебивай меня, я хочу сказать, как было бы классно, если бы я стримил, допустим, на этом сервере, и мы бы собрались здесь бандой и просто бы всех, абсолютно всех тут убивали. Пишите в комментариях, как вам эта идея, а этот чувак вроде бы как бы дружелюбный и... Он предлагает мне с ним выживать, но, блин, у меня же есть вы, я, пожалуй, откажусь от него, я хочу от него убежать, но он меня уже просто преследует. Какого фига? Это какой-то очень добрый школьник, и он вообще меня не стремится убить, это очень странно, и ладно, пожалуй, на такой доброй, прям очень доброй ноте мы закончим, да я сейчас еще и сдохну вдобавок. Ну а пока я еще до конца не сдох, я вам хочу напомнить, что ссылка на этот сервер есть в описании, и как бы заходим, развиваемся, и возможно кто-то из вас может мне подарить вертолетик, да, идея вообще неплохая. Хотя бы, блин, в игре, на этом я точно с вами прощаюсь, удачи вам, ребята, и до новых встреч на моем канале, а также на этом сервере. Всем пока!